есть какое-то место, что не хочет вообще фокусироваться. Абсолютно. Вот даже вот эти листики не могу снять. Абсолютно не могу. Видите, вообще не идет. Не идет фокусировка. А туда идет, видите, еще один. Смотрите, как. Я обалдею, конечно. Мрамор. Мрамор просто высшего качества. Просто выше. Здесь хуй наводится. Они вообще без ушей. Заметили? А, точно, они вообще без ушей. Смотрите, здесь без ушей. Видите? Нет ушей. Масонскую службу, да, награды за масонскую службу. Ребята, мне надо сделать оферту, потому что он мне так тут по-доброму разрешил снимать вот эти две вазы. Сейчас я вазу сниму.
все это не сняла, блин. Посмотрите, какой мрамор. Какой мрамор вообще просто, просто. Офигеть. Просто мрамор. Удивительно. Все цвета радуги тут практически. И зеленый, желтый, красный. Возьму сумку. Арканы абсолютно одинаковые. Там бы еще картину наверху снять, но не наводится. В этом смысле. Сейчас я возьму свою сумку. Там сниму еще. Ушей нет ни у кого вообще. Я заметила, блин. Ни у кого нет ушей. Так, на водице ничего сегодня наверху не хочет. Обалдею от мрамора сейчас, от качества мрамора, потому что он настоящий. Смотрите, просто красотища, конечно, неописуемо. Здесь можно поймать эстетический шок. Пусть это все страшное, там может быть значение, не знаю, но сочетание цветов просто офигительное. А там вообще просто какой-то еще человечки, что ли? Видите, Порто Камазино тоже, пожалуйста. Пожалуйста. Тамплиеры. И моська такая, да? Видите? Порто-Ново. То, что мы тут парк там несколько дней зависали на неделю. Вообще трехголовый ребенок. Тоже какой-то здесь есть смысл. Подождите. Роза это мартинист. Тоже как-то пальцы отделены, видите? И три показаны, видите? Низ вот это вот у них знак, который вот я говорила там, что я прочитала Санта-Терезина. Что я прочитала, что там
знак масонов, вот это три пальца показывать. А что это за три единства, в общем? Ну, в общем, ребятки, ладно, я пошла отсюда, вот, КП. Все, я плохо наводилась, сразу говорю. Я тут ни при чем. И поэтому, да что могла, то сняла. Но факт то, что я все больше убеждаюсь, что это все, что вот находится внутри, это все так и было. Сразу с образования чего-то. Купол просто бесподобный, огромнейший купол. Просто огромнейший купол. То есть это ротонда, извините, ротондище. Ну ладно, вот еще вот эти интересные лего. Посмотрите. Элементы лего, да? То есть вам кажется, что это дырки, а на самом деле это выпуклые штуки. Сейчас я вам покажу здесь. Смотрите. Посмотрите, что нельзя снять. Не знаю, где вот, может быть, здесь свет есть. Блин. Они снизу вообще кажутся не круглыми, блин. Ладно, слушайте, я пойду отсюда. Я ему сделаю оферту, положу что-нибудь. Это у нас молитва. Ой, ну ладно, ребятушки, я пошла отсюда. Все, чтобы я же поплохела. Хотела снять еще детей с вазами, но уже все, ухожу. Просто дети, которые везде дети, это уже, конечно, зашкаливает. Ладно. Пошла я. Ну вот. В какую-то церковь, но мы показали сегодня. Извините, я там... Я скоро привыкну. Посмотрите, мне нравится дорожка здесь вот такая тоже. Здесь маленькая, видите? Маленькая вымощенность. И показана чешуя. Все равно чешуя показана. Давайте-ка обойдем ее. Так, давайте посмотрим. Алора. Вот, 1576-м. Началось, да? Здесь была вообще дырка, в общем, от... Смотри, как интересно. Дырка после конца чумы. Нормально, да? Дырка здесь была, и здесь решили организовать вот эту церковь, да? Значит, первый камень поставили в 1577. Потом что-то случилось, значит, они прекратили. Вот. И куполу каким-то образом, как они рассказали бы, как они это ставили, эту куполу, вот эту огромнейшую, они поставили в 1617. Не, это вообще валяюсь. Сейчас такую куполу не могут поставить, блин. Вон там Берлускони, не знаю, сколько миллионов потратил, чтобы сделать куполу. То, что он, наверное, верил, что это все-таки мы можем такое делать. Я просто показываю вам, что напротив, знаете, уже привыкли. Обычно... А, там ничего нет. Там ничего нету. А посмотрите, вот здесь ворота, да, смотрите. Ой, как тут интересно. Смотрите, во-первых, вымощенность какая у нас тут. К
кресте. Так, вот здесь мне нельзя встать, я встану вот здесь, и тогда получается, что корона, как бы я снизу вверх вам покажу, поэтому, можете, смотрите, там змеи явно. Видите, я вам сверху, снизу, сверху вниз, да, вот корона, да. Видите, как вымощено классно, да? Крест, как сказать, вы понимаете, чей. То есть вообще Милан – это чита, это город так называемых тамплиеров, да? И то, что, видите, внутри церкви все повторяется, здесь это можно снять сейчас. Все повторяется так же, бортик, все повторяется. Видите, так же все повторяется и здесь. Что внутри, то и снаружи. Вот, что вверху, то и внизу. Вязь огромнейшая, как и в той вот, где вот там это коммуньона мы застали. Вязь огромнейшая, да, видите? Просто неимоверных размеров. Так же, как делает мой бюст Наполеона, тоже только в углу яйцо, да? Тоже интересный момент, что одинаково, как стой. Только если вы пойдете считать разницу там в возрасте, как бы, мол, будет там столетия, столетия, столетия. Одинаковые абсолютно элементы. Так, ну что здесь? Смотрю, там что за дверь вот там, как бы. И какие-то луки, ну что это? Вот какое отношение это вообще к церкви имеет, да? Просто вот, скажите. Никакого абсолютно вообще. И это тоже, но как бы вот это вот то, что все вот это вот. Элементы, они как бы в церкви не относятся. То есть как они вот это бы объяснили, что у них то дома жилые, и там, я не знаю, там государственные учреждения, и музеи, и церкви. Все с одним и тем же рисунком, понимаете? То есть непонятно, вот если завтра снять с одного, перенести другое, то церковь можно только понять, что в основном все церкви были, знаете, посмотрите, как красиво. Церкви в основном это, как сказать, все-таки с куполообразными вот этими. Ну и здания, видите, у нас есть жилые дома с куполами, там может быть меньшего размера, но все-таки с куполами. Я опять же не понимаю, кто вот определил с другой стороны, что вот этот человек, ну как бы, но все равно же голова человеческая, если вот у него уши, то обязательно это Гермес, вот скажите. Вот тоже вот это все, для меня это все навязывается, навязано официальной историей, и все равно, как бы, альтернативщики это все так как бы и не меняют, понимаете? Я считаю, что если ты против традициональщиков, то нужно вообще во всем, все сметать. Да, как этот, кто там, Карамзин, отцы и дети, да? Надо сметать все на своем пути, потому что иначе... Почему я должна верить, что это Гермес? Только потому, что там кто-то сказал, откуда-то с легенд пошел, так... В общем, мы упираемся все равно в альтернативную, в эту специальную историю просто. То есть кому-то приснилось, что это Гермес, кто-то там написал сказку, греческие какие-то легенды, и все, теперь он стал Гермесом. Или Меркурием там. То есть, как бы, я этого не принимаю. Ладно, я сейчас выключу это. Вот, выпью капучино и пойду к стене. Хотела посмотреть, что там за рисунок. Там колесо мужик держит, потом мужик огромный держит корабль.
Я говорю, давай колесо им дадим. Он говорит, давай корабль дадим. Вот. И вот думаю, дать корабль или колесо? Ну так, за своими такими там божественными разговорами. Так, ну что тут такое? Господи, вы посмотрите, какие виджели маленькие. Блин, не могу на них наводить. То есть меньше меня ростом. У меня один так вообще мне чуть ли не по плечо. Чего они там собираются, как бы, с кем там бороться? Хочу вам показать вот этот кусочек этого дома. И уже выключить. Вот смотрите, опять два дома одинаковых. Видите, с этой стороны, с этой. Абсолютно, видите, абсолютно одинаковый рисунок. Хочу показать вам дамочку там, которая торчит. Что-то, не знаю, что-то у меня сегодня ничего не наводится. Ладно, я тогда пока выключу. И потом включу, пойду хоть себя, как сказать. Вот смотрите, там крепость звезда изображена на балконе. Сейчас вам покажу под балконом. Блин. Вот если бы мне нужен был трамвай, я бы его не дождалась. А сейчас они никогда не нужны, они ездят... Просто каждую секунду. Вот я вам хочу показать. Устройство крепости звезды такой, как бы такой, как бы. В примитивном, скажем так, исполнении. Примерно такое, вот как я представляю. Вот так вот одна от одной идут, повторяя другую линию. В идеальном. И так их много, их огромное количество. А, ладно, ребятки, пока. Включаюсь потом снова.